Это Питер, крыша, Для сравнения, смотровая площадка Исаакиевского 43 метра и самая высокая смотровая в Петербурге Смольный 50 метров. Мы сейчас достаточно высоко, все хорошо просматривается. Давайте посмотрим, кто что видит. Разговор шуршит, как фитиль. Взрыв обожжет и заложит уши. Разлетится по стенкам плоть, обнажив съежившиеся души. По всем нужным швам, не забыв сердца распороть. Из забрызганных кровью комнат с потолками чернее мглы дым повалит столбом огромным, стены в трещинах и теплы. Император Николай II, дочь, известный почетным гражданином, его дворец, над антеннами и проводами, мимо и насквозь. Мы с тобою, как струна с ладами, ненадолго брось. Скоро нас опять прижмет друг к другу, возвратится звук. А пока лишь оглушающая тишина вокруг. Над антеннами и проводами, мимо и насквозь. С тобою, как струна с ладами, ненадолго прочь. Скоро нас опять прижмет друг к другу, возвратится звук. А пока лишь оглушающая тишина вокруг.